Кокаин. Ты кто? Йоу, всем привет! Одеваем очки. Охренеть! Только не болтыхай. Держи, держи. Все хорошо. Держи еще. У меня палец леднеет. Да. Друзья, вы охренеете, смотрите, что произошло с банкой. Мало того, что горлышко просто разорвало, так еще вот что. Охренеть, да, это какая-то корона, можно, короче, кого-нибудь зарезать этой бутылкой, блин, нафиг. Вообще оторвало жестко. Так, сегодня уже второй день, мы продолжаем взрывать кока-колу. В итоге мы решили сделать это с газом, намного лучше. Дофигища газа, колы взяли, сейчас все будем взрывать. Купили в итоге освежитель для воздуха в туалете, вот стоит он всего там 30 с лишним рублей. Ну или 60 там, или сколько, ну дешево. Короче, друзья, вообще офигенно она взорвалась, смотрите. Это просто жесть, короче. Прям просто ее с крышкой и с упаковкой разорвало. Ладно, взрываем дальше. Единственное, что очень жалко, что мы хотели, чтобы она взлетела. Я думаю, дело в том, что... Хватит мне брызгать. Дело в том, что в нехватке газа. Надо побольше газа бомбануть. Давайте сейчас попробуем. И возьмем другой газ. Давай, побольше я. А такой же он. Пропан вот, видишь, пропан, видишь? Да. Такой же там эффект был. Нет, пропана дофига, а там нет вообще пропана. Мы до этого все время кока-колу открывали. Если вы присмотритесь, то вот крышка, видите, она уже вздутая. Я думаю, а зачем вообще эту кока-колу открывать? То есть она уже готова для того, чтобы можно просто ее бомбануть, не вскрывая. Потому что она вся вот вздутая вообще конкретно. Можно просто ее поболтыхать, ничего в нее вообще не добавлять и просто, короче, ее кинуть и бомбануть. Давайте, друзья, бомбанем сейчас несколько бутылочек кинем, и она взорвется. Поехали. Сболтыхал? Угу. Два. Вот это взрыв! Давай еще. What the fuck? What the fuck? Друзья, она только что, я вам клянусь, взлетела до высоты дерева. Да вы что, без наверное? Ничего. Без ничего. Ни уксуса, ни соды, ничего не надо. Совсем что ли? Уйди на... Все, друзья, мы, короче, реально очень сильно устали, потратили мега просто дофига сил. Взорвали все банки, это целая упаковка, 24 штуки. Вложили в это много очень сил и времени, и надеюсь, вы это оцените. Вот такие были опыты, друзья. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте обязательно лайки, пишите внизу комментарии, понравилось вам или нет, и делитесь этим видео с своими друзьями. А на этом все, с вами был Лобастов Павел и... Артур Рос. Всем пока.